Всем доброе утро, всем физкульт-привет, мои хорошие. Мы уже погуляли по городу походили. Зараз покажу, чем все окончилось. Сейчас посмотрим. Ну, начинаем с овощей и фруктов. Я уже наелась малины, мои хорошие, от пуза. И желтой, и красной. Люда говорит: Таня, ешь, поки не поплохеет. Дома такого не будет, это точно. Ну вот яблочки, боже, какие яблоки, это осенние. Вот дотрагивайся к яблочку, оно уже у тебя в руке. То есть это осеннее яблоко полежит, и вообще будут прекрасные сочные яблочки. Здесь в этом ведерке перчик, немного перца, у меня дома еще есть, там помидор снизу, идем сюда. Здесь, пожалуйста, помидоры и желтые, и черный принц, вот крупные помидорчики, да? И розовые. И воловые сердце помидорчики. Ой, такие гарнюсенькие. Дивіться, люди. Дивіться, какие помидорчики. А в цій корзинці, дивіться, и черри. Я кстати, черри самосейка, сказала Люда. Боже, какая прелесть. Подивіться, яка краса. Но це ще не все. Ще не все. Таня, візьми хоть картопельки трошечки. Ну, я взяла там, ну, не знаю скільки, штук 7 картопельок. Таких гарненьких, як 4 моїх кулачки. Ну, взяла. Ну, як це? Села не привезти картоплі, люди. Будемо вести. Своя ноша не тяжела. Кажется, так говорять, да? Нормально. Так. Ну, а це перехожу до столу. Это яйца, домашні яйца, видите? А це курочка. А це домашня курочка буде на бульйончик. Вот, а тут у мене ще у відрі трошки картопельки гарнюсенької, такої крупненької. Ну от. Це ми погуляли по городу. Мої хороші, їду домой вже. Людочка на веломашині мене проважає. Одна сумка спереди в корзинці возле руля. Вот сумка неподйомна. Люда мені ще предлагала. Таня, гарбуза візьмеш, да, Люда? Гарбуза. А такі в неї смачні огірки. Там рецепт, спецрецепт, люди. Єсть. Візьми банку огірків, каже. Моя ти хороша, гарбуза ще мені не хватало. І огірків банка. От. От, йдем. Ну, хорошо, все хорошо. Хороша погодка. Потрудились, хорошо провели время, правда? Все хорошо у нас было. Сошла с дороги, и вот хочу показать. Смотрите. Это же амарант, если я не ошибаюсь. Смотрите. Ось на городе росте такий червоний, гарний кущ. Схилився, он тяжелый такой. Наклонился на низ. Кажется, это амарант, люди. Да, если я не ошибаюсь. Ну, интересно, нужно посмотреть, проверить еще конкретно в интернете. Такой красивый куст. Пышный, красивый. Ну, посмотрю дома уже. Мне кажется, это амарант. Это я была, сошла с трассы. Людочка, вон, мы уже дошли до трассы. Людочка меня провожает. Очень ухоженные дома. Огородики ухоженные, порядок. Тишина такая, так хорошо. Я так отдохнула здесь душой. Так спокойненько здесь было, люди. Так спокойненько было. Киев, конечно, большой мегаполис, там все по-другому. Здесь спокойненько. Без комментариев у меня. Ой, какие красивые кустики здесь цветущие. Какие красивые кустики. Ух ты, тут розочки. А тут розочки у людей. Большие такие. Кусты красивые. А там яблонька, яблочки красные. А ось бузина. А ось бузина. Я вам показывала бузину. Ну все, бузина. Я ухожу уже. Все, пока-пока. Пока-пока. Красивое село.
каждый час идет автобус на Киев, проходящая маршрутка. Подождем немножко. Дорогие мои друзья, спасибо вам за хорошие слова, комментарии, благодарность. Я вас очень люблю. Приглашаю всех к себе в гости. Кто хочет, приезжайте. Ага. Ши есть у нас буряки, арбузы на городе и помидоры. Все, всем до свидания. Всем доброе утро, мои хорошие. Я уже дома. Ну что, день начался. Сейчас почти 8 часов. Буду приводить себя в порядочек. А именно, нужно подвигаться. Нужно подвигаться. Да, о фазенде я вам напомню немножко позже. Я, значит, у Людочки в селі купили отакий сыр, творог. Люда змоталася на велику. Подивіться. Вот эти два кусочка, ну, приблизительно, может быть, больше, чем спичечный коробочек. Камера увеличивает. Значит, я съедаю два кусочка творога, сыру такого. Маслинки, само собой. Оливковое масло. Орегано, травка. И кофе у меня будет со сметанкой. Ну, не полная кофейная ложечка сметанки в кофе. Ну все. Вот это у меня будет сейчас первая чашка кофе. Ну, так как я кофе натощак не пью, да? Два кусочка творога, у кого-то сырок бутик малыш, у кого-то маслинки, у кого-то орешки, кто-то чай с молочком, кто-то чай со сливками, кто-то кофе с молочком со сливками. У меня кофе со сметанкой. Дуже смачно, девчата, пробуйте. Я сейчас в своем первом парке, на пробежечке, конечно, вывела себе. Танечка, давай. Быстро, сама. Такой порядочек у нас, первый парк мой любимый. Вот, сухая травка, все на кучках, вон, машины стоят, трактора, люди работают, чистка, уборочка. У нас порядок, у нас все по-хозяйски. Сейчас я обойду стороночкой, не буду людям мешать, не буду там бегать перед этими тракторами. Сейчас наверх поднимаюсь. Вот так на этот склон поднимаюсь. Все, мои хорошие, я не отвлекаюсь. Я в новом парке уже. Все, телефон прячу. Встретимся уже у меня дома. Мне нужно догнаться. После фазенды мне нужно догнаться. Погнали. Вы должны знать со вчерашнего вечера, что вы будете есть утром. Или вечером. Вот вчера я уже знала, что я буду есть сегодня во второй половине дня. Я вчера из морозильной камеры достала скумбрию. Сегодня я ее почистила. Хвост, голову отрезала, брюшко. Все убрала, почистила, убрала черную пленочку. Положила рыбу в воду, немножко кровь ушла. Все. Чисто рыбка, беленькая внутри. Замариновала. Чем мариновала? Соль. И у меня специи для рыбы мрия. Без соли специи. Тут только одни травки. Все, замариновала и убежала на пробежечку. Пришла домой. Взяла форму. Положила пергаментный листочек. Удобно. Меньше мыть нужно будет. Легче будет мыть форму, да? Самое главное, это побольше овощей. Это наша еда. Вот, пожалуйста. Луково-морковная такая подушка. Побольше у меня 1,5 крупные луковицы и 2 морковки. Брюшко я набила тоже луком. Ячейки у меня помидорчик. Кто-то в ячейке может положить лимон, это по вашему желанию. Ячейки тоже соль и немного специй еще. Приправки для рыбы. Взбрызнула обязательно растительным маслом, любым, какое у вас есть масло. Все. Сейчас прикрою фольгой. Я так всегда делаю, прикрываю. Потом фольгу поднимаю. И скумбрию отправляю в духовочку. И во второй половине дня у меня будет скумбрия запеченная. На луково-морковной подушечке. Овощей много. Вот, пожалуйста, это гарнир будет. Всем напоминаю. Самое главное, к своему похудению и удержанию веса подходить обдуманно и осознанно. Вот на этих продуктах, белок, рыба, да, хорошая, морская рыба, рыба холодных акваторий, вот здесь калорий считать не нужно. Белок. На белке калорий никто не считает. Почему? Потому что белок – это
наше тело. Это стройка нашего тела, наших желез. Жир – это омега-3, люди. Чем больше, тем лучше. Хоть каждый день ешьте морскую рыбу. Ну все, рыбку отправляю в духовочку. Духовка разогрета, я хочу запечь яблоки. Корицу что-то мне сегодня не хочется класть. Творог я не запекаю, он у меня довольно вкусный. Можно творог на каждое яблочко потом положить, получится эклерчик. Можно йогурт хороший положить на яблочко. Вот яблочко, которое запеченное, меня хорошо насыщает. Я напоминаю, яблоки – это пектин. И пектин какой? Усвояемый. А где усвояемый пектин? Конкретно в кожуре, которая запеченная. То есть яблоки нужно запекать. Больше всего пектина конкретно в кожуре, в запеченном яблочке. А пектин – это растворимая клетчатка. Это еда для наших хороших бактерий. Я только напомнила. Это моторика кишечника. Обязательно клетчатка, обязательно растворимая, нерастворимая. Это наша еда, это наше насыщение. Ну что, отправляю яблочки в духовочку. Немножко сейчас налью водички, буквально полстаканчика, и отправляю в духовочку. Здоровеньки были, всем доброго дня, всем доброго времени суток самому-самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт, привет, мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать, общаемся. Мы с вами только о похудении, мы с вами только о стройности, мы с вами о мотивации, мы с вами о здоровье, мы с вами о питании, мы с вами о движении, мы с вами о жизни. Мои хорошие, на столе у меня чашка кофе. Это не мукбанг, нет, я допиваю. Я только напоминаю, мы пьем кофе, чай в течение дня, сколько мы хотим, все. Шоколада у меня сейчас нету, не куплен, дома вообще нету. У меня были финики, три финика. Три финика, сначала кипяточка, так, дезинфекция у меня. Потом розеточку, три финика. Все, я себе позволяю. Я позволяю, почему? Потому что я отрабатываю всю глюкозу. Глюкозу нужно отрабатывать, я напоминаю. Глюкозу, если не отработаете, обязательно приходит какой-то грипп, какой-то условно микропатогенный организм, то есть плохое. Обязательно прицепится какой-то воспалительный процесс. Все сволочи любят сладенькое. Это не у нас, это у микробах. Все сволочи любят сладенькое, да? Да? Так вот, у меня кофе. Кстати, это вторая чашка, черный кофе, который в маленькой чашечке, да, без сметанки, без сливок, без молочка, само собой. Кофе, само собой. Мои хорошие, значит, я вам показала свое путешествие, сельскую местность. Я даже спела песенку, да? «Не шукай мене». Вообще песня – это о море. Бо я на море. Это я придумала, а я в селе. Это я придумала. Песня конкретно о море. Бо я на море. Какое море? Разве море может быть в сравнении с таким селом, люди? Да вы что? Такая мощь. Мощь природы и мощь работы физической, да? Значит, я буду постепенно, по порядку, да? Приехала, я вам показала встречу, показала питание. Но питание, мы же все-таки следим за своим весом. Люда тоже приготовила еду, голубцы стушила. Но мы голубцы ели на следующий день. В первый день, когда я приехала, у нас были синенькие вкусные очень, с домашним майонезом, домашние яйца, да, зелени было много, вы видели, да, очень вкусно приготовленные. Пиццу я привезла, Люд, давай пиццу сейчас будем есть. Давай, овощи у нас, овощи был, овощной такой обед у нас был, да. Потом десерт у нас был, ковришку я привезла, да, очень вкусная ковришка, люди, готовьте, у меня есть плейлисты, видео, ковришка, я оставлю ссылку в комментариях. Она такая замечательная, я даю честное слово. Вообще вес у вас не прибавится на этой ковришке. Если я говорю, значит я говорю. Это уже проверено не один раз. Состав этой ковришки, в составе и два запеченных яблока, и домашний творог 200 грамм. Если не домашний, то пачка. Я вам просто рассказываю, какой состав. И яйца 3 яйца. Какой состав? И сухофрукты любые, какие вам нравятся, да, и орехи стакан, вы представляете, и амарантовая мука, а гликемический индекс амарантовой муки всего лишь 30, это ничего вообще,
Всего лишь 30, амарант. Кстати, я вам показала, как растет амарант на огороде. На огороде, люди, бачили? Тоже амарант. Тоже амарант. Да, значит, это первый день, да? Потом, Люда, переодягаемся и арбайтен. Пошли арбайтен, да? Ну, первый день как бы нормально. Не устали, нормальненько, да? Есть резерв, у нас хорошо, трудились мы, да? Смеялись, общались на огороде. Ну, как обычно все, да? Ну, скажу сразу, это тяжелый труд. Тяжелый. Тяжелый труд, и шкурка вычинки не стоит. Значит, смотрите, к чему я веду. Доллар 36. Доллар 36 в Украине. А килограмм картопли в Белой Церкви, да, 5? За 5 гривен продают. Ну, 7-5 гривен. Доллар 36 за 5 гривен от такенна картопля. Это стоит вот так горбатиться, а? Даже для продажи. Это ж невыгодно. Невыгодно. Сказала Люда, все. С картошкой прикрывает лавочку эту. Да вы что, работать физически вот так? Зачем? Она картошку не ест. От слова вообще. Она, Таня, я не помню, когда ела картошку. Так зачем ты ее садишь? Чтоб город не гулял, чтоб земля не гуляла, да, люди? На що? Никто ей не продает. За 5 гривен продавать картошку, так курочки лучше поклюют. 100%. Так оно и будет. Поэтому Люда сказала на следующий год только 2 рядочка. Так, для годиться, для годиться. Уменьшать огород надо, никому это не надо. Никому это не надо. Так, значит, это о физическом труде. Потом, дальше, я же хочу по порядку. Люди написали, были у сельской местности, так не люблю, то ли это на улице. А кто вам сказал? Это в каком веке вы еще живете, то ли это на улице? Сейчас ванны, туалеты, ванны, да, кофе, ванная. Все в хате, люди добрые, все в кафеле. Все в кафеле, и ванна в кафеле, и моющих сколько. И туалет в хате. И люди моются душевые в хате. И на улице тоже душ есть. И туалет есть летние. Ну, то есть, куда хочешь и когда хочешь. То есть, все есть. Это же уже все цивильненько у нас. У Людочки, вы что? И стиральные машинки в доме, пожалуйста. Я же говорю, мешки стирает человек от земли вот этой вот. В стиральной машинке. Так. Что еще хотела вам сказать, мои хорошие? Значит так, мне люди написали, как на следующий день, ну, то есть устали, да? На следующий день как раз было нормально. Потом мы пошли арбайтен, кофе, я вам показала, кофемашина, да? Маленький котик возле нас, мы обедаем, а он мышку нам принес и хвалится. Вот смотрите, вы смотрите, обжираете, здесь сидите. Я мышку словил, я добычи, котик, какой умничка, какой Томик. Он от меня не отходил, спал со мной. Ну, такой миленький котик. Так, дальше к чему я? Обед у нас был, голубцы Людины. Я хочу все рассказать. Голубцы с зеленой гречкой. Ну, то есть, если готовите, зеленая гречка, голубцы. Так, очень вкусно, помидорчики. Людочка вместо магазинного соуса, конечно, томатной пасты, помидорчики, сметанка. То есть, дуже смачно, люди, было, дуже смачно. Мы потрудились и закончили картошку. Мы шли, знаете, нас колотило уже, вот так вот, типало, типало нас от работы, знаете, вот так устали были, да, уже водило туда-сюда. Мы устали, потому что все на одни руки, да, и копают одни те же лица, да, и собирают буквой ЗЮ, и ведра тянем вдвоем по 2 ведра, да, и мешки надо, один держит мешок, потом тот поднимает на живот, выше живота вот это ведро, и надо картоплю высыпать, а тоді тачку до перти, до вести туди, до погреба, да, у двір, а тоді у погреб спустить цю картоплю треба, а в ящички перекласти, в ящички. Кто-то там советует держать на улице, не надо советовать люди, люди асы, люди все знают. Там вот такие маленькие ящички пластмассовые с такими дырочками, как магазины, да, вот это вот. И все складывается, все дышит, там все дышит. Там не в отсеках, а все в ящичках, на высоте вот так стоят ящички. Там все оформлено как нужно. Так, дальше что? Так, душ, конечно, приняли обязательно, да. Очень хорошо. Таня, ты будешь что съесть, ты можешь чай? Люда, я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Да, к чему я веду, мои хорошие? Я приехала к Люде, у меня вес был 78 500. Мы взвесили 78 500. Думаю, ну взвешу сейчас. 78 500, хорошо. В день отъезда, утром встали, как обычно, кофе, творожок. Людочка смоталась, была, покупала творог, да, и мне купила творог тоже на Киеве. Я взяла и сметанку взяла. Ой, какие сыры я вам показала, да. Она убита. Люда,
Мы так працювали, мы так работали. Давай картошкой запечем в духовке, по-селянски. По-селянски это в кожуре, только моется картошка, хорошо, да, щеточкой моется, да. Потом режется, маринуется, там, специи для картошки, растительное масло кто-то или смалец. У нас смалец был, девчата. У нас смалец, смальцы, много смальца и запекали в духовке. С чем ели картошку? Только овощи были. Помидоры порезала я. И Людочка достала с погреба, с банки малосольные такие вкусные огурчики. У Люды рецепт не только соль. Там перцы по 2 столовые ложки двух видов. Там и горилка 2 ложки столовые. Там и соль 2. Боже, какой рецепт. Я позвонила Маринке, своей подружке, сегодня. Я говорю, Марина, немедленно делай. А у нее частный дом в Киеве. Я говорю, немедленно делай. Она говорит, есть еще огурцы. Немедленно. Она говорит, я бегу в фору. Это я тебе, Таня, доверяю. Бегу в фору за перцем. Потому что перца нужно черного побольше. Я говорю, ты такое не делала еще, ты такого не ела. Маринка, кстати, мне дала рецепт биточков из сельдерея. Обалденный. Я говорю, Люда, я приеду, куплю огурцы и сделаю вот эти вот несколько банок таких огурцов. Боже мой, это выше крыши, люди. Вот эти огурцы не для винегрета, нет, не для рассольника, это только есть. Они такие хрустящие за счет водки. Так вот. А Люда каже, Таня, ти що? Будуть їхати машиною, хтось продаду тобі. Нічого не купляй, нічого не роби. У мене 20 банок 3-літрових. У Люди там не 1000 банок, а 5000. 5000 банок в погребі консервації. Що хочете? Даже пюре яблочне є. Без сахара, люди, без сахара. Банки стоять. Пюре яблочне. Обалдеть. Так от. Значить, зробили ми картошечку, покушали ми картошечку, покушали, поїли, да? Потім Люда мене провожала домой, да? Как бы такая картошка, так давно не ели люди. Я ела первую картошку, вот когда начиналась, маленькую брала, и то я угощала человека, и картошку я делала в духовочке, она была такая водянистая, такая водянистая. Сейчас картошка уже не та, поэтому картошка не балуйтесь. Сейчас уже картошка набрала крахмал. Картошка не глюкоза, не содержит в себе глюкозу, не содержит в себе фруктозу. Картошка это конкретный полисахарид, то есть крахмал. Она уже очень крахмалистая картошка. Да, картошка насыщает. Картошка это сытно, но не для нас, стройнеющих. Не для нас. И потом, как для себя я сделала вывод, только для себя, люди. Картошка меня не развивает. Кто-то скажет, ну это же магний. Магний, я киви съем. Я киви съем, я получу магний. Я не буду топтаться картошкой. Приехала я домой, притянула эти в сумки, все нормально, у меня дорога очень хорошая, никаких пересадок, прямо под дом все. Люда мне звонит, Таня, я плохо себя чувствую, я такая натоптанная, мне так плохо, я не знаю, что мне выпить, я уже и то выпила, и мизим, и фистал, но это все не работает, это все не то. Я говорю, лучше матилиум, матилиума не было. Я говорю, тогда пей, что есть дома. Ну, то есть, натоптались картошки. Я говорю, слушай, я такая какая-то слабая, я всегда такой боец, для меня вот эта дорога в удовольствие. Я же не стояла, я не шла, меня везли, я сидела. Я натоптанная, это не моя еда. Я не ела, и Людмила не ела давно этой картошки. Ну сколько, 2 месяца не ела. Первую только молодую. Поэтому, кто хочет похудеть, кто хочет следить за своим здоровьем, забудьте о картошке. Не обжирайтесь картошкой. Не обжирайтесь. Есть намного полезнее продукты, которые будут развивать каждую вашу клеточку. Каждый ваш сосуд. Поняли, да? Каждую вашу железу. Нам нужна ценность калорий. Картошку люди ели, да, люди насыщаются. Что їсти було? Что їсти було? Картопля, картопля с хлебом, правда? Вот и все. Сейчас только еды, поэтому я себя физически здоровее чувствую, когда я не ем картошку. Сразу говорю. Молодая, да, она другая на вкус, она имеет другой еще химический состав. А сейчас картошка конкретный крахмал, полисахарид. Конкретный. Ну, понятно, картошка не имеет глютена, и она даже может заменить хлеб картошка некоторым людям. Но нам, стройнеющим, картошка нет, это не наша еда, нет. Я все показываю, и сегодня показала, вы все увидели мою еду, все. Людочка тоже правильно питается, очень-очень, молочина просто. Мы всегда с ней созваниваемся, она говорит, Таня, что у тебя сегодня там? А я то-то, вот, да? Вот, друг другу подсказываем, так хорошо очень. Вот, делимся своим меню, своим рационом, советуем друг другу, это классно просто. Ну, все, так немножко вам рассказала, мои хорошие. Вообще, у Людочки рай, хорошая аура очень. Люда – это просто доброта. Люда – теле доброта. Доброта, да.
хозяюшка, что в доме, что на огороде, что принять людей, что встретить, что провести. Молодец, молодец, Люда. Человечище, честно скажу. Маленькая такая, но человечище просто. Вот. Ну все, мои хорошие, с вами немножко пообщались. Мы с Людой вам благодарны за хороший комментарий. Спасибо, Людочке, очень приятно. Она такая скромная, она стеснюлька такая, она такая стеснительная. Если вы обратили внимание, ей так было неловко как-то сниматься, она стесняется. Поэтому я даже спрашивала: Люда, можно я тебя сниму? Она не по съемкам. Ну, это нормально. Вот. Очень такая стеснительная. Ну, все, мои хорошие, как бы рассказала все, что вам хотела рассказать. Мы вам благодарны с Людочкой. Я благодарна вам за просмотр моих видео. Спасибо вам большое. Я благодарна вам, конечно, за общение, за комментарии. Обязательно пишите, мы всем отвечаем. И я, как всегда, хочу поблагодарить всех вас за лайки. Большое всем спасибо, мои хорошие. Будем общаться. Сегодня я не умничаю. Сегодня такое легкое видео у меня. Будем с вами общаться. Будем с вами продолжать странеть. У меня всегда есть интересные темы. И на завтра тоже есть интересная тема. Значит, будем с вами странеть, будем с вами двигаться. Сегодня у меня пробежка, все, у меня все в системе уже. Я вам так немножко набросок сделала, показала, я не обманщица, я занимаюсь собой каждый день. Это мой резерв, резерв моего здоровья. И что еще хочу дополнить, мои хорошие? Я, как всегда, хочу всем напомнить. Худеть легко, худеть несложно. Нет, несложно. К похудению подходим мы обдуманно и осознанно. Питание и сила воли не работает, напоминаю. Хорошее похудение, такое уверенное, да, в удовольствии, это вы должны быть сыты. Вы не должны быть голодные. Вы не должны думать о еде, о перекусах. Хочу пожелать всем худеющим любить себя. Любить себя – это запрещать себе то, что нас может испортить. Любим себя. Всем до встречи. Дальше будет.